Apollo Engineering, программа The Isle of Rima. Доклад высшему руководству проекта, код 6.5. Как говорили ранее, строительство объектов на острове Gateway завершено, но связь со всей нашей командой полностью потеряна на острове. Также из-за плохих погодных условий наши спутники связи не могут передавать всю информацию с Gateway. На неопределенное время считать проект Gateway закрытым, ученых и наемников считать погибшими. Но для руководства у нас есть и очень хорошие новости. Основная команда ученых Apollo Engineering остается на острове Исла-Спира. И как мы ожидали, с помощью наших разведчиков, сверхновых дронов БПЛА, на острове обнаружены те виды, о которых мы уже отправляли отчеты в начале фазы. Траодон. А самый интересный элемент, который мы нашли, это цератозавр. На данный момент, по всем собранным данным, данный динозавр для нас имеет высшую задачу. Насколько мы поняли от наших ученых, это самый лучший элемент со дня нашего пребывания на острове, который обладает самыми интересными качествами среди всех обитателей острова Исла-Спира. Бейпиозавр. Данное существо мы смогли уловить на острове, но прямых фактов доказательств у нас для вас нет. Отчеты одного из ученых будут высланы вам позже. Также для вас через время будут высланы достаточно интересные материалы, которые мы получили до бури с острова Gateway. Касаемо элементов Диаблоцератопс, Галимимус и другая информация с Исла-Спира. Код 6.5. Совершенно секретно.